Заметили, что все успешные люди, как правило, бросили свои университеты. Отличники, как правило, ничего не добились, а двоечники и хулиганы в жизни чего-то добились. Дело в том, что чем больше у человека знаний, чем больше у человека информации, и чем умнее он, тем больше у него выбор вариантов действий. Чем больше выбор вариантов действий, тем труднее принять решение, какое действие делать. Соответственно, у умного человека всегда сомнения. Успех возможен только тогда, когда ты выбрал направление, действуешь и не сомневаешься. Ты идешь, все, тебе уже пофиг, ты принял решение, тебе пофиг, другие альтернативы и так далее. Нету действия, нет успеха, неважно, насколько ты умен. Для того, чтобы успеха добиться, ты должен быть уверен, как слон просто. Умные люди, они должны выбрать способ планирования, такой, который исключает сомнения, и потом действовать как дураки. Выбрал, запланировал и дальше как верблюд или как слон. Идешь вперед и все.